все, тогда Сереге специально. Я ненавижу песни про какашки, прописки тоже не люблю. Но давайте вместе петь про обнимашки, рассол цветок тебе и подарю. Как на плечи дальняя дорога, палатку, лес и кофе на костре. Застыть на миг у нового порога и первый шаг по сказочной земле. Короткое зато то, что надо было. Короткое зато про какашки. Дело было так, короче. Это был Сочи. Мы позвал мне наш знакомый, очень хороший молодой человек, владелец квест-комнаты «Вызов». Сейчас он закрылся, по-моему. Вот. Позвал нас поактерить там немножечко. Приехала, значит, девочка, гример, загримировала нас в зомби. Это был Самайн. В общем, намечалась глобальная игра, короче, с актерами. В общем, было офигенно по задумке. В общем, приехала, значит, гример, нас загримировала, игры не было. И поэтому мы такие сидим вечером в гриме зомби, значит, там это, в бинтах, короче, в халатах в этих, ну, там, «Безумный профессор», по-моему, был, короче, квест назывался. В общем, короче, это все в бинтах такие, окровавленные. И вот, и хозяин такой говорит: ребята, короче, ну, поехали, там сейчас местные музыканты будут выступать. Вот. Дальше можно, короче, не на камеру. Да, дальше можно не на камеру.